на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні в нас четвер, 4 січня. І традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні! Ура, слава! Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, почнемо з того, що вдалося нарешті повернути наших героїв. 230 захисників і цивільних повернулися в Україну з російського полону. Загалом відомо, що останні місяці, навіть більше часу, Росія абсолютно не хоче йти на обмін, тому що її заки не потрібні, а наших героїв віддавати вона не хотіла. Очень тяжело сейчас идут переговоры, не переговоры, а обмен пленными, потому что в обмен опять вклинились политики, которые пытаются, и политики, и экономика, которая пытается свои какие-то бонусы с этого процесса снять. В свое время в 2014-2015 годах занимался обменом и вытаскиванием из плена наших военнослужащих. Сам был в плену, сам был обменен, потом дальше продолжил эти процессы. Мы обменивали иногда по сотни человек одномоментно, до 600 бывало. Пока не вклинились политики, пока в эти операции не вошел Медведчук, его туда Порошенко завел вместе с Путиным, и тогда остановилась практически обмен и пошел дальше с определенными политическими наслоениями. Вот та же самая картина и за последние 2 года. Как только в обмен пленными вклинился Абрамович, если вы помните, тогда ему наорохамили снятие санкций за этот обмен, а скорее всего было как раз все наоборот. Задача стояла снять санкции с Абрамовича, прикрылись обменом, естественно, что-то себе по карманам наорохамили с этого всего процесса. И вот после этого очень тяжело идут все обмены, буквально все. Заявления политические по обмену, там, по прокачке аммиака за обмен, ну и так далее, тому подобное, переводят этих людей из военнослужащих, вернее, из военнопленных военнослужащих в таких заложников процессов политических, экономических. И потому очень тяжело идут обмены. Вот чем меньше политиков бы на этой теме пиарилось, чем бы меньше к ней подходило, было бы лучше. Есть определенные моменты, уже отработанные сотнями, тысячами лет военных конфликтов. Занимается обменом пленными, занимается войсковая разведка. Либо на поле боя, даже это бывает, обмен пленными проводится просто в полях, когда разведка с одной и с другой стороны, законтачив, обменивается пленными под определенные офицерскую честь, то есть определенные моменты с этим связаны. Вот у нас сейчас обменом пленными должен заниматься, это Главное управление разведки, войсковая разведка, то есть Буданов. Вот Буданов, когда говорит об обмене пленными или занимается пленными, тогда есть какой-то смысл. Как только к этому вопросу подключаются адмусмены, политики, кто угодно, он сразу тормозится. Вот хорошо, что помогли в этот раз Объединенные Арабские Эмираты. Большое спасибо им за это. Но это все попытка разблокировать вот это политическое, экономическое блокирование обмена. Потому надо эту всю политическую шушеру с этого процесса сбрасывать. И вот генерал Буданов – это единственный человек, который может комментировать опять. Все, что он комментирует, согласовывается с противной стороной. Ну, то есть есть эти моменты, которые конкретно согласовываются, и любое лишнее слово, выданное в эфир, лишнее слово, оно в конце концов может привести к блокированию. Все это прекрасно понимают, потому войсковая разведка следит за каждым словом, за каждой запятой, которая выдается. А вот все остальное только мешает. Ну вот хорошо, конечно, мы рады, то, что мы вернули своих больше 200 сотен военнослужащих, вернули в свободную жизнь, это как минимум. А еще впереди тысячи наших военнослужащих, находящихся в плену. Пане Романе, якщо говорити загалом про ракетні обстріли, власне, Залужний прокоментував, що всі 10 кінжалів, які летіли, були збиті. І він каже, насправді, якби вони влучили в цілі, це б всі бачили, і це були б важкі наслідки. 10 з 10 – хороший результат. І загалом Залужний сказав, що потрібно більше Патріот, потрібно більше снарядів. Ну і от відразу союзники відреагували. Кажуть наступне, що Європа спільними зусиллями готова закупити до 1000 ракет до Петріот. Це понад 5,5 мільярдів доларів. 1000 ракет до Петріот – це ж дуже і дуже немала кількість. Ракеты к Патриоту разные, несколько модификаций ракеты, два класса ракет противобаллистические, это ПАК-3 уровень или ПАК-2 уровень, это против аэроцелей, это по классу, они еще по модификации там различаются довольно-таки серьезно, потому 1000 ракет, да, но это 1000 ракет для Европы, скорее всего это будет такое замещение, то есть уже... Некоторая часть ракет для «Патриот», которые стоят на боевом дежурстве в Европе, она уже подходят сроки эксплуатации, заканчивание срока эксплуатации. И эти ракеты должны выводиться с боевого дежурства, по большому счету мы можем их использовать. И вот такое замещение, оно выгодно, в принципе, и производителям этого оборудования, то есть экономика поднимается, и в Европе они обновляют парк этих ракет, ну и нам, что мы получим эти ракеты для выполнения боевых задач. 1000 ракет – это довольно-таки серьезная цифра. Если она к нам зайдет, то конечно, та 1000 крылатых ракет и баллистических ракет, которые есть сейчас на данный момент у россиян, на ней можно ставить крест, то есть их перехватят. Но опять же, надо быть объективным. Да, 10 кинжалов, выпущенных россиянами, мы сбили, но эти 10 кинжалов шли на Патриот. Если бы они шли на 50 километров южнее, севернее, западнее или восточнее, они попали в цель, и до них бы Патриот не достал, потому что боевой радиус Патриот 40-50 километров по некоторым позициям под разными ракурсами от 30, то есть от 30 до 50, где-то 40 плюс-минус 10. И вот есть эта проблема недостатка самих систем, то есть у нас есть несколько Патриотов, а для того, чтобы перекрыть хотя бы периметр нашей страны, надо около полусотни таких установок. 50 Патриотов надо, для того, чтобы можно было говорить, что мы сбиваем баллистические ракеты. Еще раз повторюсь, если россияне на 50 километров в сторону от места расположения Патриота начнут отрабатывать кинжалами, ни одна другая установка их не перехватит. Есть еще СМТ, но опять же, их примерно столько же, сколько и Патриот. То есть, по большому счету, далеко до совершенства. Потому впереди у нас, конечно, очень такие тяжелые времена. Ну, естественно, работа с нашими партнерами по увеличению количества этих установок. Пане Романе, якщо говорити загалом про допомогу Україні від наших партнерів, от в Сполучених Штатах Америки Джон Кірбі заявив, попри будь-які великі спекулювання республіканців і в нас, що допомога фінансова, яка надходила від Сполучених Штатів Америки, абсолютно доходить до кінцевої цілі в Україні. Нікуди ці кошти наліво-направо не розбазарюються і все йде куди потрібно. Але знову ж таки сказав, що наразі вже вичерпані ресурси і потрібно чекати голосування. Ну, финансовая помощь, она в основном остается в Америке. То есть практически все, что американцы выделяют, они именно финансирование, оно остается в этих корпорациях американских, которые производят оружие. Это же они их поддерживают экономически. Здесь есть этот плюс по экономике Соединенных Штатов. Они нам передают вооружение, но, естественно, вооружение идет под определенным контролем, который проводится уже и в том числе американскими специалистами. Они у нас присутствуют, некоторые, по некоторым позициям, по крайней мере. Естественно, год закончился, сдали определенные отчеты, по этим отчетам видно динамика движения техники, боеприпасов, финансов в том числе. И, естественно, Киби уже сейчас может это озвучивать, он это озвучил. То есть никаких проблем по движению военных грузов и финансированию военных грузов, естественно, нет. Это большой привет тем спекуляторам на этой теме, которые пытались как-то очернить украинские вооруженные силы. А в основном генератор этих спекуляций – это КГБ российское, то есть это их ИПСО серьезное, которое они проводили последние 2 года. Но Кирби это все разбил. Потому ждем принятия решений на дальнейшее финансирование. Лежит на столе больше 60 миллиардов долларов помощи для Украины финансовой, и экономической, и военной. Я думаю, после выхода с каникул новогодних этот вопрос решится вместе с решением внутренних проблем американских, связанных с закрытием кордонов от Мексики. Пан Роман, також відбудеться зустріч Україна-НАТО через ці от обстріли. І поляки, до речі, кажуть, що ракета, яка залітала на їхню територію, цілком може бути цілеспрямований напад Росії, провокація. Загалом, як ви вважаєте, чи може НАТО стати більш рішучим, ніж воно зараз є, через оці от ракетні обстріли? Ну, слабо в это верится, хотя по большому счету идет прогресс определенный, особенно европейский прогресс. Американский, он наоборот регрессирует в этом отношении, особенно уже в этом году, год перевыборов. То есть они будут, вернее, они не будут где-то эскалировать, ну, пытаться, по крайней мере. Но Европа начинает просыпаться и начинает заботиться о своей безопасности. И по большому счету, особенно восточные страны Европы, они понимают, что такие поползновения россиян надо прекращать сразу сходу, и уже готовятся. Даже вот взлеты F-16, подъем, или, по крайней мере, информация, которая уже была подана об этом взлете, и готовности работать ПВО по любой цели, которая будет заходить на территорию НАТО, это как раз об этом говорит. Ну и риторика поменялась. Поменялась риторика основных стран НАТО, то есть те, которые участвуют в этой войне против России, непосредственно передавая нам вооружения свои, та же Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, само собой. То есть мы это видим, слышим и понимаем о том, что идет определенное осознание значимости обороны и своем участии в этой обороне, ну, естественно, с нашей помощью. Пане Романе, от в Чехії урядовець розповів, привідкривається трішки завіса таємничості, каже, що перед повномасштабним вторгненням в грудні, також в лютому, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний таємно їздив в Прагу, домовлявся про системи залпового вогню, і в перші 4 дні вони нам передали такі системи, що дуже допомогло на фронті. Знаємо, що і Болгарія дуже багато допомогла в перші місяці повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, чи, як ви вважаєте, чи часто є отакі от висвітлені неофіційні візити Залужного до наших партнерів, аби проговорити, по суті, що потрібно Україні? Залужный выполнял задачу министра обороны. Это Резников, как министр обороны, должен был бы не шашлыки готовиться жарить в мае, а перед полномасштабным вторжением, зная однозначно информацию от Главного управления разведки, Буданов с ней носился полгода, это как минимум, о том, что вплоть до дня уже практически было понятно, когда россияне вторгнутся. Так это не Залужный должен был ездить, это Резников должен был ездить, потому что он министр обороны. А Залужный главнокомандующий, который выполнял функции министра обороны. Так, в конце концов, надо назначить Залужного министром обороны, главнокомандующим Шапталу, сейчас начальника штаба. Ничего не изменится в выполнении боевых задач и будет продолжать, потому что что Резников, что Умеров, это люди, которые не должны находиться на этих должностях. Это у них нет ни профильного образования, ни видения. Тем более это люди, которые сдавали Украину в позапрошлом году, 27 марта в Стамбуле. То есть участники сдачи Крыма и Донбасса россиянам вместе с Арахамией. То есть сейчас надо эти все вопросы решать, поднимать вопрос. Ну вот Залужный еще тогда был уже практически министром обороны. То есть это готовый генерал, который в принципе выполнит эту задачу. Но это, конечно, видение мое. Вопрос кадровых назначений, это вопрос ставки верховного главнокомандующего. Но вот это как раз действия говорят о том, что у нас Министерство обороны возглавляют люди, которые к Министерству обороны никакого отношения не имеют. и создают только больше проблем, даже, наверное, больше вреда, чем даже проблем как таковых. Их надо срочно менять, срочно. Пане Романе, після ракетних обстрілів пішов каскад заяв. От міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що відповісти зрозумілою мовою Путіна можна лише силою. Він закликає надати Україні ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Тобто, якщо раніше наші союзники з НАТО казали, що це лише виключно вирішувати Україні, куди як бити, і натомість сказали, що нашою зброєю бити не можна. Тепер вони закликають бити по території. Така сама риторика була з боку Німеччини. Загалом, як ви вважаєте, чи можуть перейти цю межу якусь психологічну наші союзники і давати зброю, дозволяючи бити по території Росії? Це парадигма Бёрнса, директора ЦРУ, и Салливана, советника по безопасности президента Байдена, о том, что передача вооружений с запретом работы по России. И, скорее всего, Бёрнс, так сказать, уверил Путина о том, что украинское оружие бить по территории России не будет. Потому они так себя вольготно чувствуют, когда обстреливают Харьков из-под Белгорода, прикрываясь Белгородом. То есть разворачивают большое количество зенитно-ракетных комплексов на дальностях, в принципе, до которых мы можем доставать даже РСЗО. То есть огнем, да, довольно-таки серьезным. И понимая, значит, у них есть уверенность в том, что нам наши партнеры запретят работать по территории России. А как можно обезопасить харьковчан от ударов С-300, если они бьют из-под Белгорода? Если их не накрывать, потому что перехватить ракету мы не можем. 40 секунд она идет, практически нет таких систем, которые перехватят, и тем более такое количество ракет. У них около 5000 ракет. Вчера, кстати, в течение суток там чуть ли не десяток транспортных самолетов село на этот аэродром Белгорода и разгружалось, скорее всего, этими ракетами С-300. То есть под эти задачи. Так если мы не будем бить, не будем уничтожать на территории России пусковые установки, военные объекты, они нас просто спалят. Причем по дальности поражения, если С-300, допустим, идет там чуть больше 100 километров, так Искандеры бьют на 500 километров, это уже правый берег. То есть они со своей территории могут как минимум половину Украины просто выжечь, и мы не сможем им отвечать. Но это, по крайней мере, этот нонсенс при выполнении боевых задач хотя бы уже нашим европейским партнерам доходит. А когда это дойдет до Бёрнса, никогда, пока его не уберут с директора ЦРУ, он эти договоренности будет соблюдать, делать все, что угодно, чтобы не дать нам возможности работать по российским военным объектам на территории России. Бёрнс, Салливан, вот эта парочка сладкая, которая руки связала и нам, и нашим партнерам, в том числе, потому что Европа, она же тоже без решения Белого дома эти вопросы решать не может. Потому у Байдена есть такой интересный, вернее, хороший шанс избавиться от этих двух человек. Ну, а если этого не сделают, то тогда у американского народа есть шанс избавиться от Байдена вместе с этими двумя, с этой сладкой парочкой. Потому что толку и положительных моментов Америке они точно не принесут, так как удар, который наносится по нашей стране, он тоже косвенно бьет и по Америке, так как Америка является, Соединенные Штаты являются гарантом нашей безопасности. То есть, по большому счету, эти удары идут по гаранту напрямую, по самим Соединенным Штатам Америки, а Бёрнс вместе с Салливаном запрещает бить в ответ. Потому когда уже сломается эта полностью парадигма, либо Байден это сделает раньше, либо уже американский народ сделает это чуть позже. Но я думаю, в течение этого года вопрос будет решен. Нет, мы будем работать своим вооружением, но опять же его надо производить. А кто его будет производить? Умеров, а он что, производитель, он когда-то занимался производственными процессами. Ну, министр обороны, который не разбирается в производстве как таковом. Что он может напроизводить? А бумажки перекладывать, еще вряд ли хоть одна подпись его стоит под каким-то финансовым документом. Вот возьмите, проверьте, где, когда Умеров поставил хоть где свою подпись под финансовым документом, который несет документ, который должен нести какую-то ответственность с этой подписи. Проверьте, посмотрите. Потому есть вопрос к Министерству обороны, срочно вопрос этот надо решать. Пока у нас не будет своего вооружения в достаточном количестве, ждать, пока Байден уберет Бёрнса или когда американский народ уберет Байдена вместе с Бёрнсом, ну это можно слишком долго. Потому эти вопросы надо решать на своей базе. Пане Романе, також відреагувало Міністерство закордонних справ Франції щодо ударів по Білгороду. Вони сказали наступне, що Росія – це агресор, Україна має право на самооборону. І вони сказали, що діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 статуту ООН. Тобто вже бачимо, що ядерна країна Франція, яка має повний цикл виготовлення зброї, каже, що... це є агресор, тому бийте по них. Ну, не по Белгороду. Мы по Белгороду не бьем. Мы бьем по аэродрому, как раз вот по этому аэродрому. А то, что, то чем мы бьем, россияне это все сбивают, и все это падает на Белгород, так это вопрос к россиянам. Они поставили пусковые установки за городом, прикрываясь мирными людьми. То есть это такая... паскудная нация и, естественно, Министерство обороны. То есть такие мелкие пакостники, которые своими людьми гражданскими прикрываются. Пытаются прикрыться, по крайней мере. А то видение понятно, что мы будем работать. Только чем? У нас должно быть достаточное количество средств поражения с дальностью за 70 километров. Это смерчи, это альха. Это если свои, допустим, свое производство. Это РСЗО, которое может доставать, по большому счету, до этого аэродрома. У нас нет достаточного количества. Просто нет. Почему? Потому что в руководстве стоят балбесы, в конце концов. И теми средствами, которые мы будем доставать, естественно, будем пытаться доставать теми мелкими партиями. Оно, естественно, часть будет сбиваться россиянами, падать на Белгород. Россияне будут это все создавать информационную картинку. Для этого они, кстати, и бьют, скорее всего, для того, чтобы вытащить ответку по этому аэродрому. А мы по-другому делать не можем, потому что мы потеряли уже не 1 тысячу жизней харьковчан. И Харьков, в конце концов, надо уже давно прикрывать. Не 2 года сопли жевать нашему руководству, а давать команду на прикрытие города. То есть, по большому счету, то, что сейчас начали делать, это уже поздняя реакция. Но лучше позже, чем никогда. Потому, я думаю, продолжать будем эти вопросы. А то, что французы заявляют уже о понимании этих процессов, естественно, вызовет определенный такой негатив у россиян. Он и вызвал. Они там в большом подъеме от такого видения вопроса французами. А Франция – это не последняя страна в Европе, естественно, да, действительно, это одна из ядерных европейских держав. Их всего 2 в Европе – это Великобритания и Франция. Есть еще 5 стран, где расположены ядерные боеголовки американские. Это в Бельгии, Нидерландах, в Германии, в Италии и в Турции. Сейчас Польша еще запрашивает. Нам надо будет также запрашивать по ядерному обмену, после того, как вступим в НАТО, расположение ядерных боеголовок. Ну вот ядерная страна уже нас поддерживает в понимании, в видении всех этих процессов. Пане Романе, на завершення хотів би згадати про те, що головного ката Донецької ізоляції, його називають Палич, він катував українських військових, йому дали 15 років в'язниці. Отсидит он лет 5 и выйдет на волю. Это его, называется, отпустили. То есть основного палача, руководителя Донецкой изоляции, я там был в 2014 году, и знаю, что это такое, что это за звери. Ну, это бешеные террористы в чистом виде. Так вот этого террориста, эту бешеную наша правоохранительная система отпустила на волю. Они дали ему 15 лет, но с 21 года он находится в СИЗО. В 21 году его в Киеве арестовали наконец-то, а до этого он в Киеве вообще находился. То есть эта бешеная ходила по столице Украины и довольно-таки хорошо себя чувствовала, пока в конце концов общественность не заставило правоохранительную систему его арестовать. В 2021 году его арестовали. А если ему дали 15 лет, значит, год за два в СИЗО, это минус 5 лет. Ему осталось где-то около 10 лет. Половина срока он может запросить. А раз правоохранительная система ему не запросила пожизненное, значит, здесь какие-то есть договорники в самой правоохранительной системе. Либо правоохранительная система конкретно работает. Украинская правоохранительная система конкретно работает в паре вот с этими террористами. То есть у нас террористическая правоохранительная система. Почему? Вот этот человек через 5 лет запросит помилование там какое-то, или в половину срок ему скостят, и его выпустят на волю. Он будет на воле. Он будет на воле вместе с тысячами людей, которые пытали, и с родственниками людей, которые были расстреляны или взорваны в этой изоляции. И наша правоохранительная система украинская делает гипотетически, теоретически всех узников изоляции как минимум будущими потенциальными уголовниками, потому что никто с этой бешеной собакой по одной земле ходить не будет. Его кто-то пристрелит. Как бешеную собаку. Не из-за мести, не из-за какого-то, допустим, правосудия, левосудия или внесудебной расправы. Нет, не из-за этого. Из-за того, что бешеную террориста надо обязательно изолировать, либо закрыть на пожизненное в вольере. Почему? Потому что это рецидивисты, это рецидив обязательно произойдет, и понимая, что рядом где-то рядом ходит эта бешеная террорист. Люди, тысячи людей, которые прошли изоляцию, спать спокойно не будут, потому кто-то из них однозначно его просто уничтожит. А это значит уголовник, будущий уголовник. То есть наша правоохранительная система, она прикрывает вот этих садистов, этих террористов и ставит уже в теоретическую возможность будущего преследования людей, которые прошли изоляцию, потому что станут уголовниками. Я вам, как Донецкий, говорю, он жить не будет, это 100%, без вариантов. То есть кто-то уже из нас, из тысяч человек, станет уголовником, правоохранительная система будет его искать. Вопрос, зачем эта правоохранительная система это делает? Вариант ответа один – они вместе. То есть наши правоохранители вместе с этим палачом, потому что если было по-другому, они бы запросили, это ж не судья ему 15 лет дала. Судья ему подтвердила то обвинение, которое ему выдвинула правоохранительная система. Запрос был на 15 лет, не запрос на пожизненное, без права амнистии, а именно запрос на 15 лет судья ему и дала 15. Он через 5 выйдет, я уже по цифрам это все рассказал. Потому у нас правоохранительная система, пока она не очистится, она просто не нужна, она опасна. Все наши правоохранители, Министерство внутренних дел, прокуроры, судьи – это опасность для Украины, для украинцев и как минимум для тех, которые попали под каток российской агрессии. То есть эта правоохранительная система, в конце концов, нас потом всех и кончит. Вот через определенные судебные преследования и так далее и тому подобное, потому что она таких палычей выпускает на волю. Потому большой вопрос, как это решить легко, снять с правоохранителей бронь и спецучет. И всех правоохранителей, начиная от судей и заканчивая полицейскими, отправить на фронт. И посмотреть, кто из них вернется с участниками боевых действий. Поверьте, после того, как годика-два на нуле на этих серьезных позициях постоят эти прокуроры и судьи, и следователи. Вот после этого они, когда вернутся, они для этих палычей будут запрашивать не 15 лет, а пожизненное, потому что будут прекрасно понимать, с кем они имеют дело. Пока они еще, наша правоохранительная система на своей шкуре не прочувствовала, кто на нас напал, а скорее всего они еще с ними в паре. Потому что не просто так правоохранители Донбасса в свое время, больше 10 тысяч ментов донецких, переобулось в российскую фуражку в прыжке. То есть это вся правоохранительная система Донбасса. А кто сказал, что она не вся в Украине? В свое время, вернее, последние где-то 20 лет она накачивалась российскими агентами, она практически вся пророссийская, раз они запрашивают, 15 лет они пожизненные. То есть я уже рассказал почему. Потому вариантов других сейчас нет. Нам надо правоохранителей отправить на фронт, всех, еще раз повторюсь, от полицейских до судей, всю правоохранительную группу. Займется внутри обеспечением безопасности та служба, которая отвечает за безопасность, служба безопасности Украины. Это несколько десятков тысяч офицеров, именно офицеров, это не спецзвания, это офицерские звания, военные звания. Это люди, которые разбираются в безопасности, они перекроют всю судебную систему, и вся бандитствующая Украина, она будет сидеть ровно на заднице, либо выйдет из страны. То есть, если СБУшники, особенно контрразведка, контрики займутся бандитами внутри страны, их просто не будет. Некому будет в правоохранительную систему бежать, прятаться от народа, от разрыва. То есть, этот механизм надо запускать. Пока мы его не запустим, пока мы всю правоохранительную систему не аннулируем в ноль, как это сделал в свое время тот же Саакашвили в Грузии, то есть одномоментно объявить о том, что все Министерство внутренних дел Украине не нужно. То есть со следующего дня государство Украина в услугах Министерства внутренних дел, прокуроров, судей просто не нуждается. А я думаю, украинское общество сейчас поймет эту проблему, и без вот такого очищения такие палычи, они будут гулять по Украине, еще очень много людей погибнет, потому здесь уже вопрос выживания, собственной безопасности, почему палыча сразу пристрелят. В Донецке, я вам скажу сразу, я донецкий, я это знаю, в Донецке его пристрелят сразу, вот только он выйдет из СИЗО, и вот тут же возле двери СИЗО и пристрелят. А это значит, кто-то станет уголовником. То есть вот эту правоохранительную систему надо точно вдоль спускать и забывать за всех этих, не ротацию проводить полностью, а зачистку правоохранительной системы через службу безопасности. Вариантов других у нас нет. Вот они себя очень хорошо показали по этому Палычу. Таких Палычей там тогда в изоляции было... Ну, несколько десятков. Я вот помню, по крайней мере, последние, вот узнаю по последним публикациям, это и Евич, который меня пытал, и Бородай, который меня пытал, и вот это те, которые в информационном поле есть. И Осечкин тянет одного, который у Бородая был начальником охраны, который тоже там же присутствовал. То есть это все, их всех тянут для чего? Для того, чтобы их правоохранительная система отпустила через определенное время, неважно, сняла все обвинения и выпустила на волю. То есть они будут ходить среди нас. Они не будут ходить среди нас. Они однозначно будут уничтожены. Тысячи людей пострадавших. Их найдут и пристрелят, как бешеные, потому что это реальные террористы и бешеные. А вот вопрос в нашей правоохранительной системе. Получается, что наши правоохранители такие же бешеные, как и эти палычи, и эти Евичи, Бородаи и так далее, Осечкины и так далее и тому подобное. То есть это такие же террористы. Потому им надо себя зачистить. Ну а как? Только через фронт. То есть очищение может быть только через кровь. Заменить наших ребят, их около полумиллиона человек. Есть правоохранители, там специалисты довольно-таки хорошие, там профессионалы в правоохранительной системе. Их сильно учить не надо, они прекрасно умеют обращаться с оружием, они могут заменить наш полмиллиона человек на линии боевого соприкосновения. Вот давно уже Родина ждет этих правоохранителей, этих судей и так далее и тому подобное на линии фронта, защищать нашу страну. Пане Романе, дякую за це зведення. Нашим глядачам давайте привітаємо пана Романа з днем народження. Сьогодні ювілей, 60 років. Здоров'я вам, щастя, наснаги, ну і всім нам перемоги і виходу до кордонів 91-го року. Спасибо. До свидання. Мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і, звісно, ставте лайки. Побачимось в ефірі 24-го каналу.